Я впервые зашел в Майнкрафт на телефоне и попытался развиться от 0 до 100. В этом ролике творилась полная жесть. Я убивал алмазников, забирал их дома и воровал все их вещи. Да меня даже пытались забанить. В общем, досмотри до конца, я уверен, что тебе будет интересно. Но сначала, ты видишь эту красную кнопку подписаться? На нее нужно нажать, чтобы я выпускал ролики почаще, ведь нас почти 900 тысяч. Ну все, теперь можно приступать. Поехали! Ребят, я не знаю, что здесь происходит. Мне кажется, влив какие-то неприятности. Я только недавно зашел на сервер, и тут мне сразу же пишет какой-то администратор. Стой, бан за гриф или действие, или не администратор, а у него ютуберка. Да тем более, какая разница, я не знаю, я кого-то, видимо, загриферил. Я просто бегал по просторам этого Майнкрафта, и там был какой-то дом, который даже не был привачен, запривачен. Я просто взял его так и начал ломать, чтобы добывать себе блоков. Мне просто понравились камушки, и ему это, видимо, не понравилось. Он посчитал это загриферством. Так там дом даже не был запривачен. Прошу, помилуй меня, ютубер сервера. Ё-моё, что он со мной сейчас будет делать? Давайте ему отвечу, ладно. Давайте напишу ему действие. Я не хочу, чтобы меня забанили. Давайте, давайте. Какой вы там... А, у меня уже бьет кто-то. Кого и какое вы мне там действие пропишете уже? Боже, тут очень много людей, там кто-то летает. Стойте, не баньте меня, блин, они меня пытаются забанить. Меня уже этот чувак кикает. Я же говорю, действием. Я готов выполнить любое твое действие, любого игрока загриферить. Кого надо загриферить, пишите в комментариях. Кстати, насчет гриферства. Я когда нашел дом, который был не запривачен, там в сундуке лежали вещи. Прикиньте, смотрите, что у меня в инвентаре. 3 стака изумрудных блоков, несколько стаков камня. Знаете, как будто чувак из креатива был, реально, потому что у него стак стекла и все ровно по стакам. Да что ж ты меня бьешь постоянно? Что он там мне пишет? Алло. Зачем ты меня бьешь? У меня, кстати, даже элитра есть, но я не знаю, как в этом Майнкрафте ею пользоваться, что ли. Вот так как-то. А, вот да-да-да. А летать я могу? А летать могу. Да ладно, я даже взлететь могу. Подождите, подождите. Надо это протестировать. Возьмем блоки. Все, ребята, знаете что? Я от вас улетаю. Больно вы мне нужны, если честно, я перелечу это море. Гриф, последнее предупреждение. Больше сюда не заходи. Какое последнее предупреждение? Гомункул 531. Так, я перезашел на сервер, этого гомункула вроде бы нет. Вы видите там вдали, смотрите, вдали, вон они, 2 человека. А может быть потих убить, смотрите, они что-то там делают. Ай, стой, стой, встретил меня, стой. Я готов выполнить любое задание, я тебе написал, пожалуйста, я выполню любое твое задание, действие. Ну дай мне уже какое-нибудь действие, только не бань меня, прошу. Я просто зашел поиграть на сервере, ё-моё, это самый популярный сервер, тут онлайн 2000, представляете? Хотя время сейчас 10 утра, в которой я записываю. И это довольно-таки большой онлайн. Так, чувак, пожалуйста, ну не бань меня. Гомункул, ну давай познакомимся, давай сдружимся, пообщаемся. Я тебе изумрудиков дал, на тебе изумрудных блоков. Почему я их даже бросать не могу? Я ему написал, я выполню любое действие, только не трожь. Вау, какой тут закатище. Ё-моё, блин, ну мне хочется их убить, капец как хочется. Ребята, мне кажется, Тунка Пэшер не может оставить это дело просто так. Я не могу оставить это дело открытым, мне нужно. Прости меня, пожалуйста, админ, ютубер, кто бы ты там ни был. Мне нужно идти на миссию срочно, мы с тобой как-нибудь позже еще рассчитаемся. А я тем временем улетаю. Не понял. Удали аккаунт или бан по IP? За что, я хочу у тебя спросить, друг мой, за что ты мне хочешь дать бан по IP? Боже, ребята, я на сервер зашел 5 минут назад, и меня уже хотят забанить. Я чувствую себя крайне неловко. Знаете, что самое смешное? Он отвечает мне уже, наверное, 3 минуты. Он сидит и печатает, и печатает. И, наверное, в итоге он 3 слова напишет. Да, ты грифер, а у меня тут подписчики и грою. Кого они кроют, твои подписчики? Я никого не гриферил, я просто тут играю себе. Короче, давайте, знаете что, надо попробовать еще раз. Я думаю, что он не может меня забанить. У него просто ютуберка. Он, наверное, может меня только кикать и в креатив свой поганый заходить. Все, да, я взлетаю. Я улетаю на небо за звездами. Я вижу тебя. Да-да-да, я вижу тебя. Дима, топ. Так, Дима. Дима, сдай мне свой дропчик. Давай, Димас, погнали, ПВПшица. Давай, давай, давай. Отлично, отлично. Главное, чтобы он меня не убил. Пожалуйста, не трогай меня. Так, давай, давай, Димас. Отлично. Первый дроп вывели. Нормально. Алмазы. У него алмазы были. Так, где они? Стой! Нет, мне какой-то алмазик фигарит теперь. О, нет, мне кажется, я влип в неприятности. У меня осталось 1,5 сердечка. Так, тихо, тихо, тихо. Я буду жить вечно. Я буду жить вечно. Пожалуйста, алмазик, не трогай меня. У меня 2 сердечка. Боже мой. Нет. Ой, ладно. Мой первый день в этом мире прошел довольно-таки так себе. Меня уже успели забанить. Не забанить. Кикнуть, точнее, 2 раза. Хотели забанить. Убили алмазник один. Потерял я все свои изумрудные блоки. Но не страшно. Потому что у меня остался мой дух. Да, именно так я пытаюсь себя успокоить. На самом деле, я нашел вот такой вот офигенный дом, который не запривачен. И тут даже лежат какие-то ресурсы. Поэтому я могу так немножко их потырить себе. Или, знаете что? Нет, я даже вообще буду жить здесь. Да, все, я сюда инвестировал все свои бирюзовые саженцы. Так что я теперь здесь останусь жить. Кстати говоря, дом довольно симпатичный.
симпатичный. И так как первый день уже прошел, уже наступила ночь, я дождусь утра и посмотрим, что нас ждет следующим днем на этом диком сервере. Фух, спокойной ночи. Ребята, на меня что-то напала бессонница. И у меня здесь миссия на миллиард монет. Посмотрите, там алмазник, и у него сундук, который, скорее всего, не заприлачен. Моя задача как можно быстрее к нему подойти и украсть все его вещи до последней капли. Это чувак, который меня убил, Копл MJ2020. Я тебя помню, братан. Так, тихо, не издаем никаких шумов. 3, 2, 1. Быстро тырим его вещи. О, офигеть, тут много вещей. Убегаю, быстро. Все, я убегаю. Да, мой план удался. Да, все, я текаю. Нет, только не убивай меня. Все, я украл все его вещи. Отлично, я жив, цел, здоров. Так, главное не умереть. А, еще какой-то чувак, алмазник. Нет, стой. Отстань от меня, алмазник. Боже мой, сколько здесь людей. Так, все, убегаем, ребята, уплываем. Фух, он отстал от меня. Он отстал. Моя миссия прошла максимально удачно. Я успел украсть шлем и штаны, и хотя бы меч. Окей, хорошо. Я не умру здесь от нищеты. У меня хотя бы есть яблоко. Опачки, я не понял. Это кто тут рядом с моим домом находится? Мокс, мопсик, иди отсюда. Ты что в мой дом лезешь? Он ну-ка пошел. Опачки. Железный зачарованный меч, или мне показалось? А, это был железный топор. Что это за опыт? Что-то частичка такая летающая. Я, ладно, не знаю, что это такое, но неважно. У меня появился новый дропчик. У меня появилось несколько новых топоров. Опять стак стекла. Что же вы все так стекло любите, а? Стеклянные магнаты. Но знаете что? Мне этот сервер начинает нравиться, потому что здесь вполне реально развиться от нуля до 100. Но знаете что? Возможно, мне в этом потребуется ваша помощь. Поэтому, если что, ребята, пожалуйста, зайдите и помогите мне немножко развиться здесь. Он меня вычислил. О нет, он меня вычислил. Все, надо показать виду то, что это не мой дом. Я не знаю, что это за дом. Не лезь в мой дом, пожалуйста. О нет. Мне кажется, я только что влип в неприятности. Надеюсь, он не поймет то, что там мой дом, и то, что там не заприваченный сундук. В любом случае, ребята, быстрее заходите на сервер, помогайте мне развиваться здесь, потому что я явно здесь не вывезу. Я тут очень многого всего не знаю. Если что, давайте я оставлю в описании ссылку на данный сервер. Если что, это Minecraft Windows 10, я играю. А вы можете играть с мобильного телефона, вы можете просто с телефона зайти, короче, играть. В описании я оставлю ссылку на сайт, это mypix.ru. Вы просто заходите на него и устанавливаете самый их лаунчер. После того, как вы установите лаунчер, вы заходите на их сервер и играете. И желательно телепортнитесь ко мне, помогите мне немножко развиться. Ник у меня, ну сейчас давайте 1, 2, 3, все один напишу. Ник у меня сладкий мальчик. Да, я хотел написать сладкий, но ладно, немножко не туда пошло. Но неважно. Так, день наступил, я ушел очень далеко от дома, и я нашел еще одного нового алмазника. Ребята, это очень хардкорный мир, серьезно вам говорю. Я еще никогда не потел так сильно от обычного Майнкрафта. Там два никнейма я вижу, и там дом из алмазных блоков. Офигеть, я очень сильно хочу его просто забрать для себя. Так, давайте попытаемся сломать здесь блоки. Здесь приват, и здесь какие-то эффекты, зельки. И там чуваки с мечами, блин, я не хочу здесь, не хочу, уходи. Тумыч, уйди, пока не поздно, я чувствую, что здесь что-то неладно. Я чувствую, что мне здесь не рады, поэтому я, пожалуй, отсюда иду. Там чувак с топориком. Все, на меня алмазник посмотрел. Все, ребята, я пришел. Так, честно-то я ухожу уже, ребят, я ухожу, не берите в голову. Я тут просто пришел посмотреть, у вас все хорошо, да, у вас жизнь замечательная, я ухожу. Там чувак, смотрите, в кожанке. Неужели это мой шанс? Главное, чтобы он меня не спалил. Так, тихо. Медленно и незаметно подкрадываемся. Это Димас, я его помню. Так, аккуратно подкрадываемся, чтобы он нас не спалил. Ребята, смотрите, надеюсь, он меня не спалил. Он меня не спалил. Или спалил, я не знаю. Нет, он меня спалил, ребята. Он меня спалил. Теперь он меня 100% спалил. Поэтому я беру все, что у меня есть, всю свою силу в руки и иду его убивать. Только не бери алмазку, пожалуйста. Только не бери алмазку, потому что я не смогу тебя даже убить. Пожалуйста, давайте его убьем, ребята. Это было бы просто так замечательно, если мы его убьем. Но прикол в том, что у меня мало жизней. И он полез в воду. Зачем? Ладно, окей, пускай он лезет в воду. Я тем временем пойду, украду, возможно, его вещи с сундука. Может быть, там что-то лежит. И так, ничего полезного не лежит, только яблоки. Так, алмазка какая-нибудь. Давай, алмазка. Так. Окей, он меня вычислил. Он меня уже вычислил. Почему я его бью топором? Что? Я залагал, и он меня убил. О, нет, у меня даже не работает кнопка возрождения. У меня залагал Майнкрафт. А знаете что? Мне кажется, то, что он собирается приводить свою территорию. Так, аккуратно, не спали меня, пожалуйста. Мне кажется, он меня уже спалил или не спалил. Так, если он играет с телефона, то скорее всего у него плохое поле зрения. Нет, он меня спалил. Чувак, не пали меня, пожалуйста. Так, нет, он говорит: да ты сам, нет, уйди отсюда, быстро, ушел. Так, отлично. Что-то надо у него забрать. Надо сломать сундуки, быстро ломаем сундуки. О, там много ресурсов! Там много ресурсов, мы все забираем и убегаем. О, боже мой, какой я нещадный грифер, какой я беспощадный грифер. Нет, он меня сейчас убьет. Пожалуйста, не убивай меня. Боже, все начиналось так хорошо. У меня было столько шансов. Я чувствую себя самым беспощадным грифером. Так, надо аккуратно к нему подкрасться, чтобы он меня не спалил. Или он меня уже спалил. Он меня, кажется, уже спалил. Так, ладно, он сейчас возьмет какой-то свой меч, наверное, будет меня фигарить им. Поэтому я аккуратненько. Нет, не лезь ко мне, уйди. Уйди со своим алмазным мечом. Уйди,
не лезь ко мне. Так, сундучки какие-то ломаем, ломаем, ломаем. Тут ресурсы, окей, штанишки лежат, окей. Штанишки тоже вещи, что не вещи, что ли? Так, уйди, пожалуйста, пожалуйста, не бей меня. Почему он не бьется? Что? Итак, друзья, пока я думал, идти убивать его или нет, я там вижу, кто-то играет с золотыми блоками. Тройная команда какая-то. Так, ну вас в баню, ребята. Я лучше пойду к моему проверенному другану. Так, аккуратненько, главное, чтобы он нас не спалил. На этот раз, ребята, надо все делать чисто, тихо и без шагов. Главное, чтобы он ничего не услышал и не заподозрил. Так, я сзади него. Окей, пожалуйста, не оборачивайся. У меня есть прямо сейчас шанс его победить. Он вышел с сервера? Что произошло? Подождите, он забрал все свои вещи? Нет, он забрал все свои вещи и просто вышел из сервера. Или, не знаю, либо он куда-то телепортировался. Во всяком случае, я потерял любые шансы и возможности его убить. Ну, кстати, я нашел какой-то дом с алмазным блоком. Мне просто интересно. А, он в привате. Блин, я уж подумал, ну, может быть, мне повезет, и он не будет в привате. Ну, ладно, я, возможно, кого-нибудь еще поищу и, возможно, даже с вашей помощью. Поэтому, если что, ребята, заходите быстрее на этот сервер и помогайте мне искать людей, с которыми я смогу сражаться и с которыми я смогу познать истинный Майнкрафт на телефоне. Если вам было интересно, кстати говоря, не обращайте внимания на то, что у меня нет моего скина, то поставьте лайк, и, возможно, я действительно запишу даже продолжение, и, может быть, даже вместе с вами. А, подождите, подождите, подождите-ка, я только что его там увидел, он вернулся. Наш истинный друг вернулся, стой! Не убивай меня, подожди! Я хочу жить! О, нет, он меня убил, все, понятно. В общем-то, друзья, если вам этот ролик понравился, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. С вами был я, Тумка, и это был сервер MyPix на Minecraft Pocket Edition. Всем до новых встреч, увидимся в новых роликах и пока-пока!